Я В смысле, не просто так, а может она у знакомых каких-то есть и так далее. То есть ты можешь чисто... Есть там такая фигня, то, что приложение скачиваешь на мобильный телефон, и оно тебе просто отображает ошибки. То есть... Да? Такая прикольная тема. Да. Там хотя бы можно определить, если у тебя-то, например, нет какой-нибудь проблемы именно как сбой в системе, знаешь. Там тогда эти ошибки сохраняются все. Вот я так узнал то, что у меня этот сенсор оборотов полетел. Несмотря на то, что у меня вообще писал... Ну, у меня включалась гидравлика на руле. У меня был электронный руль. Электронный, да, это фигня. Как это называется хуйня по-русски-то? Усилок. Усилитель, электроусилитель. Ну, да. Да-да-да, вот у меня был электроусилитель руля, и он почему-то включался. Причем включался в такое... Не особо приятное время. Вот ты едешь по трассе, а у тебя просто руль, ты не можешь им повернуть буквально. То есть тебе надо силой его поворачивать. В городе так вообще пиздец, там можешь руку сломать себе. Ба, что за руки? Мой. Понял. Вот. А оказалось, просто в каком-то долбанном сенсоре, блин, проблема. Кстати, да, бывает такое. Короче, тема была. После ремонта, что-то мы делали. Сейчас. Бля, ну конечно, где же ты еще будешь, как не у нас? Липочка подрезалась. Ты пизди разор, чтобы у него хп было мало. Ну что, если он присосется, точно конец мне. Пойди, дверь закрой, у меня теперь другое. Ты честно. Бетон штырит. Надо... Ну я сидел, я лежал, понимаешь, на стуле. Тебе надо сесть. Я сидел, только вышел. Как он задел-то? Мне ж надо скрипов это заебаться. Здорово. Привет. Как дела? Нормально. Привет. Как
О боже, здесь тигр, я даже не заметил. У меня звуки в Дискорде отключены. Мне Ислан говорит, чекни, что я тебе написал просто. И в этот момент я вижу, как к тебе сообщение приходит, и игра нашлась в этот же момент. Точнее, мы уже где-то приняли. Ты опять в невидимке сидишь? На этом аккаунте я и буду сидеть невидимки. Там... Хочешь узнать, дот или мы заходим в Дискорд? Да. Есть один способ проверить. Спасибо! На перерез пошел к тебе, на перерез пошел. Да-да-да, понял. Спасибо за заботу, Исхан. Ань, ну мне нужно будет, чтобы ты сейчас зашел в сеть. Зачем? Ну, я включу без задержки. А, как я тебя могу с ним включить? Да нет, я через игру. Я через игры буду. О, ночь пошла уже. Так я же за Саней сижу же. А ты запарил, подставляться под... Да, она съёмла 10 наполовину. Тем более не мои деньги, пофиг вообще. Есть еще? Нет, блядь. Бля, пипец, чуть не сказал, забрал. У мана, а есть мана, подожди, подожди. Ай, пучка мне идет. Го-го-го-го-го! Вынужден спить. Ясно. АТП будет? Посмотрите. АТП не будет. Смотри. Ислам, как дела? Нормально, как сейчас. Как настроение? Да нормально. Ты как вообще? Как настроение, да. Это хорошо, это прекрасно. 2 секунды будет. Да как много хп отнимает он? Конечно, он четвертый плазмофилтр, я не помню. Не, третий может быть максимум. Я Пуджани Котсу под его третий. Да, я видел. Не пробивается. Бей, бей, простучок! Да я пойду, хочешь, я постакаю. Да. Танк дай. Very well. Саша, что забыла на руте такой прикольный? Пустил, да? Где, где взяла такого голубого? Не знаю, где-то выпался. После игры, кажется, даже... Голубого и толерантного. Я наверх иду. Что-то еще не посмотри, как на зря ты подписал вообще его. Ёбаный шашурик. А, блядь, в этого маны я пошел. Что за никнеи? Я? Тебе не нравится? Восхитительная не уча? Нет, восхитительная мразь. Там восхитительная М только пока.
Моя цензура. Да догадайся сам. Сам, ты что там фармишь, блин, как поп? Отход пытался сделать, а ты меня помнишь. Фармил их, блин. А не отводил. О, сейчас можно было! Эх, ну ладно. Плюс один будет там? Нет, так и нету. Я попробую того, как съездить на виду. Он, кстати, сейчас может на ульте это прилететь, Тура. А. Она в миде, да? Да, да, да. Так, какой у тебя там ник? Восхитительная брать? Да. Понятно. Ну, сейчас хукнет какой-то. Так и сам с ней разберется. Radiant's courier has been killed. Вот шестой. Угу. А может сейчас седьмой будет скоро. Нет, иди, 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 иди. Ислам, не прощай его. Стан? Меня отдали, Хасан. Стан, куда? А, отходи. О, бля, Ислам. Ясно. ФТП нету вообще. Это никто из не будет давать. Это Игорь виноват. Есть такое. Будь Юля. С нами в пати. Бля, она прилетела бы просто. Да и... Сомнения, что ли, есть? Я же говорю, прилетела бы. Ну, тебя спасти, да. Естественно. Ебать, ну все нахуй прилетели, ёбаный рот. Брать за брата, за основу взято. Бля, Баланар прям голубой. Сам ты достал фармить крипов. А ничего, мне тоже нужны деньги. Ты, я у тебя забрал? Сколько? Жая тройка, пизди. Шесть крипов. Бахни ей Войд, чтобы она замедлилась. Первый скил. У меня регенерейшн. Го-го-го-го-го-го-го-го-го! Ислам! Найс. Хорошо. Он там остановился в конце, видел это? Бей тауэр, хватит фармить крипов, да бля! Я бы тебе репорт кинул бы, будь мы не в пати. Знаешь, сколько ты... Было до тебя. Сколько таких? В очередь, да? Прикинь, за добитого крипа ты мне хочешь репорт кинуть, да? Я не за такие ошибки кидал. Ой, ой. Гоу, дальше убивать. Вставляю сейчас его важное лицо. Я без фана есть. Да идите нахуй, ну почему они меня тут убивали? Так, он их просрал. Сейчас добью. Саша. Саша,
ебать. Просто ебать нахуй. А, смотри сюда, давай. Подойди, я тебе копа туда. Спасибо. Будешь копать себе. Как ужасно. Никого не убил. Картошку будешь копать. Лопата где? У меня 6 секунд. Могу дать одну мангу. Да, у меня будет солнце. Мало, оставь. Я же его прохарачил. У нас слава своя дота. Там что-то пиздится, пытается выиграть. Мы что за крипа пиздили? Ты их не убиваешь? Ну, сами не бачат все. Один за всю команду. Ну, нахуй! Еще я не тронет. Я не ожидал, здесь увидеть столько людей. Давай, три варда в лавке лежит, сука. Хоть бы одна падла поставила. Ну, я не падла, я мразь. Поэтому ставить не буду. Го, убьем Разора. Саша. Еще что тебе сделать? А ульты нет. Да без ульты разберешься. Подожди, рано, блядь. Ну рано. Подожди. Пизди, пизди, пизди его. Он сейчас сосать будет. Ой, пусть еще, сейчас сами уйдет. Это Игорь. Ой, Игорь, я думаю, что Саня равно Дегернал. Я и Саня. Ну! Боже, убейте его, позорник. Ну зачем, блядь? А это я? Блядь, сори, я прикидывался. Игорь, вот так надо. О, Саня. Саня, как обычно, вовремя. Это я? Не, вот у Сала это было топово, конечно. Ой, блядь. Ты троих накрыло там, спасибо. О, шокса побледнее. А это так, подтанцовка. Так, Игорян, не плачь. Ну, что ты тебе калач? Опа! Саша, не хильте. Мой вар. Имею право. Игорь, не хильте. На. Че стоишь, крыса? Нет, там не нужны твои подачи. Нет, блять, Ислам, ты что делаешь? Не мало, у меня ульты нет. Белка будет фармить еще до какого дня, блядь, идёт. А вы там из меня нормально стреляете? Да лишь так, какой-то персонаж пиздец. Странный. Attive to the Imperius. Not yet. As you wish. The enemy's top tower has fallen. A fine idea. Your bottom tower is under attack. Swiftly.
Так я не ожидал, что ты выкопаешь руки. Ну, в принципе, нормально. Я без бит отвелся. Что это было только что, я не понял. The enemy's bottom tower has fallen. Петличка нахуй, одна в 10 секунд. Нет, давайте аккуратнее, аккуратнее. Кого, блядь, сели в нули вообще? Попра. Алло. Ну, алло. Да, тяжело быть кором, когда играешь один. По-моему, урса был одинок. Сыночка. А припев хуяно еще. Мать. Ей, мать. Так, ну что, готовы все? Юль? Что, рейтинг? А мы не допустим. Нет.
Ну поехали, да, что мы сидим-то? Ну что, у меня какие-то восстановления соединения за сетью. А у меня тоже игра не запускается. Чё, бан... Всё, всё, пошёл. А. Было, наверное, Юля, ты на ком? На Верке? Я на Легион буду. Не, Юля, Юля. Тут ты не угадал, дружочек. Я сейчас тебе скажу, блядь, на ком буду сейчас играть. Сейчас... Погоди, стой, а у тебя ещё есть персонаж? Лего? Естественно. Я вообще-то батл пасс открываю себе, не видишь, что ли? У меня Луна. Ты на всех женских персонажах играешь, кстати. Я... Твоё мнение никто не спрашивал. Игорь, угу. Снова и снова ты в этот капкан попадаешься. В какой капкан? То тогда ты... Бля. Соски в тиски. Поступите, Игорь, я оформлю. Ты оформишь? Естественно. А, блин, ясно. Иди на свой мид, в миду тебе там больше нравится, я думаю. Наверное, на воде треска. Опять ребенка в бане. Я так долина отбили. Короче, Саня. Саша, я с тобой. А. Да? Пикай тройку, я буду на линии. Пикай тройку, я буду на линии. Саня угадал. Блин, очень редко такое бывает. Очень больно. Я надеюсь, он у тебя в катакомбах? Пикните, дайте ласт. Думаешь, не осилим? О, Магнус. Сам почему Магнус? Почему нет? Ты, кажется, в прошлый раз, когда мы играли, тоже Магнуса пикнул. Я очень часто пикаю Магнуса. Почему ты Магнуса пикаешь? А почему ты инвокера пикаешь? Инвокера вообще не пикаю, в смысле. Мыслимо, я 80% игр, что я играл с тобой, ты поэтому пикаешь инвокера. Инвокер? Поддерживаю. Он всегда на инвокере. Он, кроме как инвокера, больше ничего не знает. А чё, Саша? Вы меня путаете с кем-то. Ну, не знаю, я люблю, я играю. Я Магнус, Марс, и вот я их мейню. У меня Магнус и Марс самого высокого уровня, короче, из всех героев. Хвастается, Леня. Только погляди на него. Просто я все, помнишь... Важен не уровень, как ты им пользуешься. Сань, ты помнишь, как я искал этот сет на Магнуса, который, типа... Да. Механический такой. Так. Бля, я не так не нашел его. А ты его не найдешь? Я думаю, вот кому-нибудь написать там в объявлении, отдать, кто может поменять. В луру поддержки Valve. Да нет, там же самая основная проблема то, что тебе даже если кто-то захочет поменять, тебе надо 30 дней ждать будет. Ты должен добавиться к нему в друзья, и он должен тебе подарком скинуть, иначе не получится. Ну да. Что ты смеешься? Could it be otherwise? Смещинка. Moving without traveling. Я отвоюрил смещинкой, когда скажешь. Ну, я как в прошлой катке, на шмидры не буду тащить, сразу предупреждаю, так что играйте серьезно. Куда мне эффекты смейкерсы? На немецком не разговаривать. Стоп, я как петух. Петух сзади. Привези его. Ебать, уходи! Ебать, все криво дали. Давай, Руми, Саня. Помощь,
Ясно. Оставчики. Да там 5 уебанов сидят в пати. Ой, блядь, еще и фантомки отдали. Чисто с куста, блядь, сорвала. Сколько? Поблочь немножечко, чтобы они по таврам были. Ну, поближе к таврам. Я не умею блочить. А, ну. Бля, не умею. Ну, давай, все. Кардар, боже, что с ним не так? Страшный какой-то он. Ай-яй-яй. Я думал... Да не, я думал, это тебя. А, тебе дослал. Я забрала. Ништяк, не-не-не. Я что-то думал, то, что я тычку нанес. Ой, ты чё, пьяненький? После работки. Ты чё, блядь, сука, бледун, а? Ой, извиняюсь, всё, бедьмак, да? Сидим. Да какой-то, да, сюда больно, я чё. Какой-нибудь первый раз с тобой идём. Так же я в каждой игре. Так что его не стесняйся. Думаешь? Я уверен. Так, ходи немножечко. Ебать, что это было? А, что это? Ебать, что делать? Черный крип под вышкой, охрененно. Other options are. Так, давай чуть назад и... Или ты заберешь? Вряд ли, но он тут. Okay. Хорошо. Великолепно. Восхитительно. Ой-ой-ой, что-то не дошли, не даром, да. Ты с биоми, да? Знаешь, сейчас такой, да. Сейчас не особо удобно хукать. Самое осторожное, но... Ты мне, да, надо будет это. Здесь там... Я могу Сладдара попробовать, но... Возьму пету за это, на краю. Не надо было варзи ставить, папа, мне тоже пару. Ой, ну, хорошо. Добиваем. Здесь топор срубил вот этот план. Хорошо, этого тоже. Mm-hmm. Хорошо. Так, ко мне куратор прилетит, поэтому расходников пока нет еще. Ну, они сейчас ко мне придут. Расходники эти. Я тогда отвод сейчас сделаю. Попробуем. Давай. Не смогу, да? Ну, как бы так. Так, тоже нормально. I know the way. Так, а. Попробуем. Давай. А, нет. Он, оказывается, бегает. Да. Угу. Ну, блин, я могу закончить. Поставь сейчас дерево. Давай. Ставь. Спасибо. Чего так сверху? Ой, великолепно. И можно так наказывать дальше. Можем. Да, я просто могу удар выйду. Давай, он наш. Да. Помазала немножко.
Да петух поебал ломай, да, петуха тогда? Не получается мне подойти к нему. Ой-ой-ой, это такая ты можешь. Ты так. Блять. Плохо. Саша, отойди. Что это, блядь? Отходи, на тебе 6 стаков. Похуй вообще, я вам. Саша, не нафить его. А у меня стик, Игорь. Я к тебе лезу, когда ты на него стоишь. Ну, КД пока что. Давай сейчас у меня через 4 секунды откадешься. Дашь ему бим. Через 4 секунды. Ну, давай так. Бима, не могу. Слам, ты как там? Сейчас через 12 секунд. Может, еще раз попробовать. Продавил линию, отошел на базу. Ислам, великий удавитель. Душите. Блять, он уже фул хоповый, охереть. Угу. Давай, выхрем. Что шо там? Стилить не хотел, но сорян. Хотел пошли позаработать. Надо стики. А, у него тут вижен. Что-то туплю. Да, да, я центр вижен. Гаси, он спалит. Давай, гаси эту лептучу. Не-не, отходи под башню. Да, так точно. Мать меня? Или все-таки надеж? Ну, давай. I walk the mortal way. Он где-то тут, наверное. Тут ебаный. Ну, если он здесь, я тогда сейчас фильм здесь сниму. Кто-то играет. Саши. А чё? Кто покает? Кто? Вот. А, ну, я не вижу, дота играю. Что бы ты без меня делал? Да я убил бы его, Саша. Ты бы его не убил. Да, я все рассчитал. А что, Сань? Хотели сейчас? Он бы меня, он бы, если бы я это поняла, он бы не испугался и дальше бы забил. Понятно. Что, так мало отфилил? А чем этому ЧСВ, короче, Войду помогает, лучше рядом стой. Почему ЧСВ-то? Могу в спину зайти, он мне ультает. Почему у меня этого, блядь, а у меня шестой вообще-то. Хорошо. Ай, чуть-чуть захотел. Да, он хитрожопый. Блядь, что за хуйня? Я в это шо. Ну хорошо. Ну что же, Бэтрайдер СС. А где СС на Бэтрайдер? Хорошо. Ты вон, вон, посмотри чат. Чат не надо писать, я в чат не смотрю, ты скажи мне. Так я сказал. Сказал бета шоу. Так он сказал, блядь. Надо говорить так, чтобы все услышали. Самое главное. Замедляй. Ай-яй-яй.
Ладно. У меня когда был пульт? Нормально. Ты ушел и Тартар тут. Это что еще такое? Ой. Нет, я помираю здесь. А я будто бы, будто бы. А я сдох. Поделитесь, пока не знаю. Может, все получится. Хорошо. 7 секунд у меня осталось. 7 секунд сейчас. Не отрывало. Ну да, он быстрый достаточно. Немножко не думал. Да, ну что, может, они быстрее скачут? Я влез в лес. И отстоять там смысла нет. Душа. Дай мне баф. Сам. Могу Сардара, но я без этого, без льда. Или я ушла. Надо бета убить, богатый очень. Я его специально фидил, чтобы потом золото у него взять. Попробуй сейчас, если здесь фижн нет. Склад будущего, да? Перспективный вложение. Альди фижн, походу. О, не-не-не, гоу. Так жалко, что я не с вами. Фантомка еще летит зачем-то. It seems promised. Они тут все? У меня, блядь, сборище. Бэтшоу. Нет, я сейчас не степнусь, может, попробую забрать. With purpose. Grip full of ether will help my side. The void path proceeds. No longer hidden. I walk the mortal way. Вот здесь будет сейчас фармить. I walk the hidden path. Moving without traveling. Фантомку можно было бы. Боже, заблочило. Фантомки боятся, да. Кто это вот один? Блядь! Там, ты, наверное, с ребятами там. Ну да. Мне осталось немного до конца. Помоги, Ислам, хоть немножко это на меду. Помоги, сейчас он будет делать. О, хорошо. Её туда же. Да ебать. Он
она отпрыгнула. Ну, оттепнулась. А из-за ней, думаю. Или нет, ладно. Фармлю тогда чё. Можно мид пропушить. Ты сам дай мне вот эту ланцер пиршет. Что ты весь вечно протянутой рукой? Ага. Ты меня мог спасти, кстати. Это часы потянуты. У меня хп же не было. Я бы тебя, конечно, спас бы. Есть блинк, может что-то сделать. Давай фантомку. Хорошо. Братишка, ты далеко? The enemy's middle tower has fallen. Я больше. I must be attentive. Now to plan the proper location. Блин, купил. И мобильный сразу стал, да? Да. Сразу убийство там. Хорошо. Do I choose this path? And there goes a я про чём говорю? Бала сломали. Что значит у него дагер? Этот слон твой дагер не помог. Я засейвил наш левел. Бать, а что там не мог? Ну, блядь, он явно не ценит. Молодцы. Это псина убивает. Подумаешь, 9-1 всего лишь идет. Ислам, давай на топ, только сейвово тэпнись. Так, чтобы он не видел. Пользуешь его по тавр? Не вывезу, да? Понятно. Когда мне говорят что-то делать, я этого не получается. Когда я сам что-то делаю, я делаю то, что даже на них это не получается. Так, у меня РП есть? Видишь, вот так, вот примерно то, что это я имею в виду, есть. Опа, опа. Тут есть, посмотри, вот тут, вот тут. Куда? Да ну чекни вот здесь спавн, мало ли. Блять, чё же у вас тут постоянно пиздюки-то, а? Бля, ТП когда? Мне пятерка, мне нужно килы. Нужно больше места. Мана, есть у кого-нибудь мана? Это тангусик, пожалуйста. Тангусик? Мана, дай тангусик. Кто-то здесь не сходит. И золотишко, отсыпься немножечко. У меня ребенок на английском, короче, пишет предложение. Письмо пишет по мальчику одному, типа, про свой город рассказывает. Mm-hmm. Пишет такое. Или хотите драться? А, Санкт-Петербург очень красивый RPG. Город. Да. Бали бы меня историю рассказывать. А им пофиг вообще. Так, блядь. Мужики, блядь. Типичные, да. Он интересный. Ты обидите, и никуда больше не расхабливаю. Блять, вроде убиваю всех, блять, вроде фармлю, а шмотки где? Подожди, сейчас можно быть колбит. Я вспомнил вот это место, там, Камеди Клан, там у него рука такая нарисована, где?
Даже не шелохнулась. Так, можем, можем? Ну, мы вдвоём здесь. 10 секунд, подожди, сам подожди. Да, да, подожди. Есть этот, есть, кстати, шар есть. Это хорошо. Главное привозить их. Все, можешь начинать. Можешь привезти, сам. Да ну что это такое? А, пытаюсь замедлить, нет. Да спалился я уже с этим. Зря это сделал, да? У меня привычка просто перед смертью что-то дать надо. Блять, мне пизду. Да. Я ебала, блять. Меня сосали. Дай баф. Я без маны, если что, я ничего не смогу тебе помочь, ничем, точнее. Помажь вот бутылку, тут есть этот, руна есть, заберёшь. Я себе, мне наш мидер бутылку, бутылкой помазал. Это вряд ли. Голос Маке, выйдем на них. Уходите уже хоть куда, оставьте мне фарм, блядь. Кого? Меня убивают. Пока что. Могу пушить на него. Мне нужна руна, Игорь? Нет, забирай. Уходи лучше, сейчас они, их не видно, отойди. Забирай, забирай. Опа. Скайрун. Беточ нанизу. У меня... Вот секундка, да? И сварды могут быть. Только без БКБ. А, блядь. Мана, есть кровь, мана. Прыгает, пускай дура, блядь. Нихуя. А как я... А, урна. Может, пропушите, алло? Смотри, братан, я тебе даже это дам. Вот там бэтрайдер, он может так-то и убить. Ну, у Юли же мана есть. И у меня уже есть мана. Хотя что-то я уже знаю. Я на низ полечу сейчас. Да ебай. Сам зачем? Здорово. Лопату, лопату. Лопату посадите. Ну используй, типа. Да, да, я типа яту, я не дерусь, я копаю, я здесь могилу себе копаю, подождите, да, короче. Бляха, ты что я делал бы с этой лопатой? О, начинается, блять. Только Керрис Дор сразу мидер виноват. Я не ожидал там этого. I want the hidden path. Опа, иду. Блять! Настя два раза блинканулся. Что это было? Два раза. Герой создан, чтобы ебать. Он тут вард поставил еще. Вот туда. Так ты же с нами не дерешься, Саша. В смысле? Ну ты не дралась.
Да что, у меня целых, блядь, 6 ассистов. А ты 10 киллов написан, я втягивал. Ну, у меня 23 участия в драках так-то. Это блядь, пиздец. Тут вижу, если чё. Посыпавчи. Блин. Ну, гоу, селедку. Изи. Я начну. Да, не понял. Do you think I've not seen this? Послушал. Блять, вы сейчас опять всех стянет, и вам тут берем. Что же вам всем так драться-то нравится, а? Я уже. А, нет. Гост-ТП! Бабочка на секунду подлежит. Могу тут повторять немножко. Давай. Ой, я дропнул уже. Можем подраться в миду. Ну, а бегу сейчас, я первый, наверное. Хорош. Меня фантомка отъебала. Помогите? Ой, ребят, кого вы бьете, блять? Фантомка стоит в РП, блять, алло. Кого они бьют? Не знаю, меня бетрейдер бесит. Без БКБ, ебать, ебет. К сожалению, фантомки я ничего не делаю. Есть, можем потом купить. О, о, можно мне этот? Вот он. Го. А можно любого, можно не фонтан. Селедку какой-то берем. Ну, оба КБ, если чё. Надо. Она уже тогда. Хорошо. Power of the void finds not your existence.
Ну, в плане то, что мы хоть выжили. В плане то, что мы выжили. Да, главное, именно вы двое, что выжили, это самое главное. Спасибо. И убили еще. Шалава. Выбесила, блядь, всем сами. Я когда на фантомке играю, мне только писюном вводит по лбам. Ну, у нее БКБ, нужно срочно МКБ делать. Other options are mere illusion. О, я вот это лучше возьму. И сам возьмешь вот это? Бластерик. Quick charm? Не-не-не, бластерик возьми. Тебя фантомку не убьет. Ну, либо Саша пусть возьмет. Они не на Рошане случаем, они могут. Сейчас почекаю. Не, вряд ли. Или в смоках могут. Нет, не защита какой-нибудь. О, блин. Sorry. Я, блядь, контролила иллюзию. Все думают, что я у них что-то пижу, а я просто пришел. То, что меня контролировали. Смотрел. Смотрел, мне дала бар. Вот сейчас они точно нарушены пойдут. Игорь, ты БКБ не хочешь варить себе? Либо может еще лоту собрать. Я попробую собрать. Кстати, у бетрейдера линка. Если могу его фокусить. Попробуем? Не-не-не, вы подожди. Ты косили сейчас. У вас дамаги не хватит. Ну, Игорь, может байбекнуть сейчас, что? Ну да. Вы можете пробовать. Сколько же есть? Саша ФК не будет стоять. Ну давай, Слан, хоть кого-нибудь выцепи. Не-не, все. Не-не, все, тут тебя. БКБ! А, ты меня схавал? Можно сейчас попробовать? Хотя там Аега. Я пугался, когда ты выйдешь. У меня 13 секунд осталось. Они разделились, давайте смоки. У них битрайдера нету. Да-да-да, гоу. У меня смоки. Подойдите. Желательно любого, кроме фантомки. Да можно и фантомку дважды трахнуть. The void path proceeds. Но они без дозы, да, чтобы кто-то сбил. Вот тут кто-то есть. Ну БКБ, если что. Вот он. Да можно меньше по 6, сука! Я схаваю ее сразу. Давай. Дазла нет. Мясо. Я себя, они просто под этой пробивают. Блядь, они уже все тут.
Я не убегу, наверное, никуда. Да. Your top tower is under attack. There's nowhere to run. The natural course. Your top tower has fallen. Я могу байбекнуться, если вдруг драка будет. 18 секунд сейчас буду. Не умри только, Лин. Игорь, жаль, что ты не купил до сих пор этот. Смотри, смотри, смотри. Блин! Ну, бежон бы. Гоу, мид пропушим. Ну, я иду. I walk the mortal way. I must be attentive. Да ты, окей. A powerful manifestation. Блять, три линии пушки. The void path proceeds. Сам баф надо на меня, на Юлю. На Юль, да? The natural course. Так, бэкдор. Что-то неудачно. Middle tower has fallen. Let down the enemy's right. Он может на меня сейчас пробить. Давай вышку пушим и уйдем. Все, уходим, как можем. Вышку не пушим. Куда вас спросить? Хотите на топ, на крипов? Я полечу сейчас. Прощай, пивас экономка. А чё ты, блин? Ты игры. Опять играть. Игорь, ну БКБ собери, ради бога. Да, блин, мне БКБ смысл. Ну как смысл? Здесь видишь, а все на это. А я без байбека, кстати. Не, лотус надо собрать, либо линку, либо юл. Так-то я, конечно, не против собрать, но... Так, Рошан когда? Я писала тайминг. Помнить бы. Да, лицо он делает забавно, конечно. 32-35. Забавно. Под лицо Лин. Конек, кто-то возьмешь, что-то? Да, давай. Ну, или может кейс возьмешь. Чтоб у меня еще больше дистанции было. Ой, я взял бэт. Блин, сцепенение. I walk the hidden path. Не улучшает. Блин, я могу его хукнуть, но... Не, опасно, опасно. Там надо завести. И он это делает, кстати. Лотус. Хуканешь урон?
тогда. Так, ну я готов. Исал, можешь привести, например, петуха любого, в принципе. Как только увидишь, сразу. Он теряется, когда... Они где-то... Ничего, они где-то теряют. В маках, как будто, или на Рошане. Рошан, они где-то здесь стоят, вот-вот, фантомка. О, здесь фантомка. А у него что, сатаник, не знаете? О, а, нет, это... Ну, они здесь все собираются. Они хотят тоже драться. А, нет, бетрайдера нету. Внизу. Можно, 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 можно. Другой ответ, пойду лицом по другую. Не, бетрайдер уже пришел. Че, упа, не видели? Все, можем, 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 можем. Ты нету. Только надо фигню сломать. Ну, ты слава. А, нет, есть ульта. Ну ладно, пускай лучше на меня потратит. Охуеть, у меня опять можно. Ладно, друзья. У меня тогда конец. Тут мои полномочия, все. Саня, есть смысл бэйбэкать? Я не думаю, у нас двоих размотают здесь. Надо вот так вот делать. Блять, я когда-нибудь побеждю на этой луне? Рефреш, блин, что Саша сказал? Пошла на минутку. Я тоже отойду, кстати. Может вообще отойти от доты мне, что я стал проигрывать мид. Как такое возможно? Гостом. Уходишь в гост и ждешь, пока пройдет. Я на бресте пару раз так собирал, типа, офигенная тема. Да? Да, когда тебя какой-нибудь кор пытается атаковать, убить, ты просто в гост уходишь, пережидаешь все это. Плюс еще там колючками накидываешь из этого госта. Конечно, тебя там магией прошибают, но все зависит от того, на ком ты играешь. Если ты на комби фантомке будешь играть, то там, понятно, глаз не будешь собирать. Я одну пропущу. Зря? А что зря? Ну, ну, я не знаю, что ты пропускаешь. Мне надо идти. Ученики у тебя там, если такое скажут, что ты отвечаешь на это? Скажу. Я вообще с вами не играю, я вам историю рассказывала, чтобы вы слушали все. Вот в чем проблема. Да. Ну давай. Так, ну что, все остальные готовы? А, так. Сейчас, секунду, 5 секунд.
ошибок я много допустил в этой игре. Очень много. Квифлинг пускай это. Я здесь. Сейчас или придет еще? А эмблемы кто-нибудь покупает вообще? Саня. Эмблемы. Ну, Аигис, который, ну, выпадает из сокровищниц. Бывают игроки, но в основном там, ну, как многие проигроки с ними бегают. Я не думаю, что каждому второму там оно выпадает проигроку. Несмотря на то, что они там пытаются вдонить за в компендиум. Там здесь... вообще шанс выпадения мизерный. А здесь эмблема, поэтому... она... всего лишь 11 тысяч стоит, оказывается. Чем такие дешевые стали? Ну, походу, люди поняли то, что от них толку нет. Типа, самый первый, который выпустили, они там вообще 1500 евро стоили, 1800, ну, где-то так, около 2000, короче. И они тоже на время давались? Да, они всегда на время даются. Я вот не знаю, как по поводу этих хэллоуинских, которые там были. Если они на время, либо на постоянку, можно, кстати, чекнуть. Но... толку от них вообще никакого нет. Да, это красиво, да, это прикольно, но у тебя просто заберут вот, вот твои 300 евро, которые ты потратил через год. Прикольно. Допустим, она выпала, ее можно продавать будет через год, да, только, или как? Или не, сразу? Не, сразу. Сразу? Сразу, сразу. Это не только не с Аегисом, да, работает? Если тебе, например, шмотка на Тинника выпадет, то там тоже можешь сразу продавать. А, ну которую покупали, можно сказать. Да, слушай, хэллоуинская она тоже та же самая фигня. Правда, она стоит 86... А, понял, почему она стоит 86 тысяч рублей. Почему? Потому что она единственная на торговой площадке. Лабиринт Аганима, там вот эта вот эмблема. Что-то она долго держится. Она 2021 года, а исчезнет она 4 января 2023. Вот такое. Как тебе, кстати, сундук новый? Да, прикольно. Было там пару прикольных сетов. Я тут. Мне, кстати, фартануло, я купил 14 сундуков. Сейчас мы их сами подождем. И что, тебе выпало что-нибудь? Да, мне выпало все, кроме тени. За 14 сундуков. Я в ахуе был просто полный. Когда мне сразу как выпало, как очень редкое, вот на этого, ну или как ультраредкое, как она там называется. Да, на Primal Beast. Вот. И вместе с ним сразу выпал еще редкий на Марсе.
А потом, когда я дооткрывался, он такие, мне еще инвокер выпал сверху. Он вроде как был редкий. Ну, короче, все шмотки, кроме теника. Но теник такой, я не знаю, в чем смысл добивать сундуки эти. Вообще беспонтовые. Я бы лучше прямо бестал поставил на супер редко. Там хотя бы люди бы донили из-за него. Или Марси. За теника на самом деле это тоже пипец, всем нравится он. Ну, он стоит на торговой площадке 30 евро, что говорит само за себя, в принципе, уже. Обычно такие сеты, вон, если взять там сеты на Джаггера и так далее, они там стоят 60 и выше. Такие вот редкие. Вот. Мне вот интересно, сколько будет Мемерану стоить, потому что тоже сет офигенный. Думаю, тоже что-то в районе Джаггера будет. Сет на Мирану, в смысле, второй сундук? Японская, да, японская стилистика в виде этот Кумихико. Это еще с прошлого года. Your turn to ban. Five seconds remaining. Блять, опять Марса забанили. Сука. Стой. Ну здравствуй, Игорь. И сам, ты на ком хочешь? Саня, это ты на инвокере? Ты фармишь? Не-не, я тебе оставлю. Ну я керри взял бы, мне на керри пройти. Не-не-не, я имею в виду кого под кого, кого ты. А. Ой-ой-ой. Ну... Сразу такая контра подъехала против тебя. Наверное, Джаггер? Не, Акса не надо. Ну у них дазл. Ну и что, да пофиг на него. Всем пофиг на дазл. Ну возьми дальника, не знаю, пятерку какую-нибудь. Я возьму гримм. Пойдет. А. Строк топовый просто. Капец, блядь, у соседей ребенок появился. Такой кайф. Вот хочется сейчас пойти и понянчить его, потому что он орет, блин, и уже задолбал. Чепотных, да? Да. Ну, у тебя-то дети есть, тебе не привыкать? У меня детей нет, и как-то не особо хочется, вот главное из-за этого. Ну, когда свой ребенок, ты совсем другой же. Ну, наверное. Все равно как-то жестко. Да я не знаю, там просто столько заботы, блин. От хомячка сколько заботы нету. И тем более, как хомячок сдохнет, ну и ладно, а тут. Какая параллель вы. Ебать. Из себя выйдет отличный отец. Отец года просто делает все, чтобы ребенок не подох. Ты же живи есть, короче. Живи, иначе меня мама тоже убьет. Окей. Prepare for battle. We have fought many battles, none as certain as this. А вот ты, Игорь, хотели бы ребенка сейчас? Но я бы... Через годик. Думаю, нормально. Я тут спрашиваю мнение по поводу завода ребенка. Нет, я пока не хочу. А мы как, мы сегодня у нас дружелюбный вечер или можно подкалывать? Что? Подкалывать можно или нет? Или мы так? Ну ты сейчас пока на Джаггере играешь, поэтому можешь, да? На уже не надо. Не, я не проиграю. Просто. А. Просто Юля сама как ребенок, наверное. Ой-ой-ой, опасно, Юля, парируй. Что говорят крысы за спиной у киса?
Это, очнись! Вот это на меня, на меня! Охуенно, раунд, блин! Ты не туп! Уходи! Уходи, не пизди его, блядь! Ты нафига ты ответные тычки ты даешь, Ислам? Да забери ты эту руну, чё ты убежал? Ислам, ты бы третий прокачал, убили бы их. Изи. Ислам, не слушай, всё ты правильно сделал. Крипов у него на линии, пиздеть, да. Чтобы больше не разговаривал. Если бы, а мы, как говорится. Всё правильно. Слушай, их ты прекрасно. Ислам, все больше иди, пожалуйста, не выкачай, качай третий или второй скилл. Лучше третий, да. Они очень хорошо стакаются. Фандер стоит, вообще ништяк. Yes. Сейчас у меня второй появится. Если он через щиточек пойдет, я его буду сбивать. Если вам что, как все чувствуете? Найс. Охуеть, тычка нормальная? Интересно, как прокачался? The dragon's gaze finds you. Парасон такого сейчас популярно. В принципе, у тебя сейчас второй появится, у тебя тоже точки такие будут жесткие. Там же дополнительно этот урон идет. Ушел, можем? А, третьим. А на третьем, кстати, можно и убить даже попробовать. Ааа, найс фиссуры, блядь. Ты на третьем мужиков будешь качать или... Ааа! У него сапог, сори. Кокис пошел мой убивать, крыса. Нормально, там отняло, отъело кусочки. Так вот делаешь. Я боюсь сюда идти на самом деле. Ислам, дай танго. Клонки достаточно. Я, видишь, что отошел специально. Задавить, говори, когда ты будешь нападать, я дам крик. Окей, окей, окей. Значит. Давай. Не-не-не-не-не-не-не-не, подожди. Блин. Ну давай, поехали. Давай, шейкер. Отойди. Хорошо. Давай, давай. Не-не, я не убил его, не убил его. Убил бы его, он был на тычку был. Но ты, короче, дал ему прожать этот, короче. Не, он бы прожал бы этот, ну, фай. Он же ждал. Да, такое? Бля, вы там перестаньте фидить или нет? Опять начинается. Мы не фидим тут, размены идут, саппортов. Кор живет, поверь. Почти. Опа, что за бедолага стоит? Да не надо мне фласк танго надо, Исхан. Ну типа дешевле, блядь. Лучше. Молодежно. Твое мнение никто не спрашивает. Че, Юля, меня хейтить до конца игры будешь или че?
Тань, слышишь, что говорю? Да-да-да, я сейчас хочу центрик найти, чтобы тебя не забирали здесь. Но я его найти не могу. Там курьер вообще умрет, Сань. Пока танго едет, пока, надо подождать. Ууу, Сань, блядь, нарвали. У меня мана нету, все. Давай, Юка, еще. Yeah. Хорошо. А, он эйтит? А я добью сейчас, мне похуй. Так, тебе принеси что-нибудь с базы? Купи себе флоску, чтобы я тебя мог килить. Ей уже. Сейчас. Там просто станка был килить. Вот так вот. Сань, блядь! Ну да. У него тут вижен, короче, блядь. Так, пеклась же, надо было. Где, типа, я сэндвики не покупал? Ну, вот тут, может, такой лак какой-нибудь стоит. Ой, блядь. Пошли ебать их. Да, пойдем ебать. Вот он, вар. Я подожди, с пятого можно. Когда мне пятый появится. Дизраптрика, будем сейчас сидать. Кидай на меня, если что. Третий. Го, 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 го. Кидай. Поехали. Где Эмбер, блядки? Сейчас попробую сэндвички с другой стороны поставить. У него интересный саппорт. Он дает одну тычку и убегает. Мы прям можем не бояться, прям вообще на похуй убивать. Особенно Дидрика. Прям вообще. Угу. Дидрика это да. Могу один свел дать, если что. Только один? Так. Давай я тебе туда. Давай надо даза убивать. Мы шейкер не сможем. Води его по лесу. Отходи. Я не знаю. А, он походу тебе из кустов повесил первый скин. Да, может быть. Я сейчас так совсем. Поднимай, похуй. Это я что-то не увожу. Что там воет, блядь, 15-0 уже идет. Слушай, пока у него шестого нету, можешь сейчас по-быстрому пробежать под него, я курс отправишь. Давай, сейчас. У тебя же ульт есть еще, да? Угу. Ну пока не вижу. Вон на меня кинь. Кого ты бьёшь? Да. Ну, у меня это, закроем. Его тоже, Сань. Не у него шестого нет. Я сейчас умру так. Он стоял 2 часа. 3 секунды и будет микросон. Дай ульт, дай мне. Я убью его. Хорошо. О. Так он слэп не добрал. Уходи уже. Уходи ты просто. Да и сам, блядь. Заебал, не зачем заставляешь. Что я пойду, это Фром заберу там. Да, давай. Дидрик, вот он уже тут. Так,
Блин, хочется под вышку идти, но мне не хочется. У него пока что такого нету. Что, пойдем? Можно попробовать. Ну ладно, он тебя не закрыл. Ну он закрыл меня. Давай я переагрен. Да, нормально. Можем попробовать этого дебила найти в лесу. Ну он сейчас подойдет к нему. Иначе надо его убивать. Наверное, лучше пофармить. Сейчас хилку поставлю. Ну ладно. А ты не переживай, главное. Ты подойди поближе, она очень может он так промодить будет. Ну, у тебя есть еще урна? Да. Отлично. Тяпки. Я на лист пойду. Давай, давай. Как он там будет? Ну я тут пофармлю. Пофармлю, попрошу. Не, нету ничего. Это не туда, я пошел помогать. А Мэнгер пошел. Там книга есть. Снад берите. The enemy's top tower has fallen. Так я проиграл. Могу ультун не ждать. Ты есть? Ну есть, но... Вижу, можно запить. Го-го-го, можно? Вижу, наверное, здесь стоит. Ты аккуратно взял, пошли сюда. Могут еще как могут. Он не выглядит сейчас. Хотя мы его никак не цепим сейчас. Your middle tower is under attack. You're not ready. Yeah. Your middle tower is under attack. No retreat. Запутался немножко в этой жизни. Я еще выжила, охуеть. Так, я не знаю, как проходил. Что-то ставил. А что он ставил? Мана, 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 ого, ты что, со мной дерешься? Ого. Сильный игрок. Смотри. Кому? Только я тебе. Я часто забываю то, что там гост этот. Твой дух возвращается сразу.
Ой, сам возьмешь лопату? Опять тебе лопату дали. Ответственно за лопату будешь. Добрый вечер, International выиграл. Я могу на шейдер выйти. Давай. А, это видео, ладно. Там еще этот. Я убил. Хрен. О, кинешь на них ульт? Сам. Я готов. Беремся? Да, ну это правда. Сдохло. Должен ваш быть, нет? Yes? Посмотрим. Хотя... Yes. Шейкер мне нужен. О, блять, ты чё же я такой кривой-то, блин? Шейкер не лучше. Блять, наверх есть у кого-то по? Ай, как он тебе золото? Рассказывай. Да.
Гон Эмир. Сейчас я это. Я опять там буду хотеть играть. Не устали? Ну, я сегодня что-то увидел. Тут, кстати, стак, конечно, там большой. Может, его сберешь. А ну вот, где вы? Ну, что ты стоишь? Тёлка весен. Да, я чё-то как-то не особо сидел. Ну да, чё-то я метеором промазал. Нам сложно было немножко попасть, я промазал. Эх, что только постоял, блядь. Ага.
Зачем это драгонская? Run if you can. Хорошо, что не вернула, там бы пизду дала бы, блядь. Сделаешь стак? А, 7-7. Я думаю, у меня тут видно. Сейчас, да, сейчас, да. Убили в моменте. Обеим. Бог ему стыдит. Можно Рошан забрать. Саня, поможешь? Да чего? Давайте, все. Добрый вечер, на International выиграл. Ну, хорошо. Он заебал своим драгоскрином, блядь. Your bottom tower is under attack. Yeah. The enemy's middle tower has fallen. Not yet. Yes.
форма, короче. Да я бачу, бачу, бачу. Там тут нечего делать. Вон, ну Т2 идти. А заодно по дороге заходите, я вам то, что я мог остаться. Я иду перекладывать. Пузырьки заканчиваются. Все, кончились. Yes, yes. Он один? Нету мага, ты будешь. Вот так бы, блядь, на луне бы играли бы. За счет как бы 15-3. Герор. Он там вроде попал кадром чуть-чуть. Кадр точнее. Кадр пиксель. Легонца, я бы сказала. Ну, на монитор еще больше покупать, чтобы снова видеть. Сам, я тебя помню в начале игры. Ты был.
в начале игры. План. Чё ты отстаёшь немножечко от нашей пати? 26 тысяч, 32 тысячи, 32 тысячи, 29 тысяч, 9 тысяч. Мне мешочек конфет дали. Приятно. Ушой. Главное, не переборщи, чтобы потом к зубам не ходить. Кищи, кищи, да? Кищи. Угу. Ну чё? Идём дальше? Пока идёт, чё нет. Окей. Сколько стоит Magic Slayer? 7500. Уже не важно. Ну я могу сейчас хоть куда пойти, в принципе, куда хотите. Могу поспортить, если надо. Меч гернаутовый. А пускай лучше Саня со мной идет. Вместе с Саником. Хочу лесной энигмой сыграть. Нет, нет, Слава. Вот так вот пойдет? Вот так вот пойдет? Ой, очень даже пойдет. Думаешь? Я ни разу не играл. Слушайте, давайте этот. Найксон. О, Найксон. А что, у меня его нет в катакомбах. У меня нет катакомба, да? А вот Джиггернаут у меня был, блядь. Okay. Так, ну у меня есть Void, в принципе, я могу вам показать класс. О, давай. Ты будешь ставить купол, я буду ставить ульт. Искра, буря, безумие. 5 seconds remaining. Your turn to pick. О, у меня Void некрасивый. Ясно. Некрасивый или красивый? А чё так? Ну чё, у меня нет арканов. У Сани есть арканы, поменяйтесь. А, или тот да, громко. Какой же ты громкий, как. Я думаю, что у меня так жестко по ушам. Ты был громко. Я громкий? Да, ужас. Ну, в ноль его убавляй. Надо включать помощь. Вы, блядь, вы что меня хитите все втроем? Я не верю просто в то, что ты хотя бы хоть одного союзника просто так, чисто по фану, блин, не засейвишь возле фонтана. В смысле, ты отключу помощь? Я каждую твою игру на ОД, это для меня как стресс. Стресс-тест такой. Ну ты же не отключаешь помощь, а так ведь. Есть такой вариант, то что если еще пару игр на ОД я с тобой сыграю, просто я уже начну об этом забывать, знаешь, потому что мозг будет блокировать. Нет, ну даже когда ты помнишь, ты все равно не выключаешь помощь, потому что ты знаешь, что я тебя засейвлю. Да, ну знаешь, с какими этими переживаниями все это приделал. Короче, Игорь, не надо, пожалуйста. Ну, это не от меня зависит. Целиком и полностью от себя. Darkness advances. Так, а у нас да у них и Джекира. Будет такой не особо приятный лайн. As foretold, it is in the bag. Так, я с кем вообще? А ты с каким-то челиком. Камстилер. Там шокер. Че, он-то Мирана Кэрри? Мирана Кэрри? Да. Ну, судя по так. Мирана Кэрри? Эй, эй. Эй, эй. Алло! Эй, ёй! Ебой! Ёй, бич!
Еще и бичом назвал. The battle begins. Знаешь, как расшифровывается аббревиатура бич? Бывший интеллигентный человек. Да-да-да, но не про него. Там он не бывший интеллигентный и вообще не человек. Он... шнырь. I take wing. Короче, саппорти мне. Да Кира из этих. Из плевателей. А чё ты так избегаешь? А чё ты не хочешь драться? Да, что-то Джокер, конечно, не особо выглядел. Отлично. Пушка, линия. Пищи, пищи. А никого не пищи. Yes. Выигрывает тот, у кого больше сил. Поэтому пойду сейчас его кормить. А теперь не ищите. Ищите, не ищите. Каст есть? Не-не, я ж первый. Я умолик. Сейчас один прикол. Открыть дух. Отлично. Правда, здесь единственное оно. Сейчас из-за заранца вернуться с фейсом одной. И они будут очень злые. А по башке это просто? Сорян. А ничего страшного. Нет, я хотел. Юля, а тебя можно закрывать в астрал? Юля. Да, там, пожалуйста. Я бы тебя закрыл в астрал. Юля. Олеточку поставь. Юля, ты что, меня замутила? Игорь, отстань, я, блядь, на коре фармлю, но... Да, так, чисто. Это Валора, блядь, она такая противная, что ты видишь. Ну, слушай, так... Старается, в принципе, не, неплохо. У меня Маледикта нет пока что. Смотри, сейчас там один крип останется. Я попробую каски дать Джокера. Брышь. А, еще. Ой-ой-ой. Да не, я на самом деле думал то, что я сейчас нажму этот. И я, походу, не буду. Санстрак кидает, инвокер, на низ. Видишь?
Надеюсь, что нет. Можно было бы и больше. Ну, в теории, да, но мне кажется, 6 секунд здесь, чтобы это могло. Там страйка, если что, может быть. Угу. Блядь. Ну ладно, мы ДМ поделились, а первый скилл был. Попробуем. Пытается. На жадность фраера губила. Я фраер, получается. Так, на меня все потратили. Слушай, я могу бы побайтить Джекера на себя так, у меня 6 стиков. О, инвокер у вас! Здорово. Какая Акази. На ману вообще не перло сейчас. А, да пофиг, все дофига. Мне 6 ассистов, это шутка, будто я суппорт. Опять инвокер сюда приперся. Ну, он нуб, короче. Ну, дело в том, что Саню убили. Да нет. Тем временем. Он еще он Балору, по-моему, сейчас отъехал. Да, все так. Если можем инвокера, я бегу. Да, у меня через 6 секунд. У меня купол есть. И через 7 секунд еще будет. Ты летишь, Ислам? А, за Джекерос. Погодите, погодите, погодите. Здесь гиганка на низу, здесь надо бегать. Путин, да. Да чего, блядь? Найс. Крипы за них. Ай, блядь! Зря прыгнул. Суки, да и жадность, у меня даже счет 2-2-8, блядь. Жадность. Ну, кентавр здесь пиздец. Нечестно. Джиггернаут фармит, у него все в порядке. Блин, возьмите кайпов, а. Ну, ты инвокера прикрылся. Можно ее убить. А он гангает зачем-то умирает, я понимаю. Ну, видишь. Yes. Хорош. Ты в лесу? Не-не, зачем? Mm-hmm. Там книга сейчас будет. Там мне не надо, у меня 7-й. Там может Мирани какой-нибудь лучше. Ну, там 6-й уровень.
Слушай, я, наверное, на топ пойду сгоняю к ним. Там Балора все равно нет. И через 16 секунд у меня сейчас. Через ДД, вот так как. Пешки, может, покажи, как тебе еще. А ты был здесь, да? Я ко мне сейчас ТП прилетит, и я могу прилететь тоже тут постоянно. Бегу. У тебя есть купол? Да. Можешь ставить в него купол, бить его, как раз... А, ты подвижно пробежался. А, или чё? А, значит, Игорь видел. Ну, Игорь с ним разберется, я думаю. Не понял, чё он делает? Да иди на него, я подбегаю. Какой же ты долгий. Ну ты и Игорь, конечно. Горёк, блядь. Нет, ты зачем на стену ты бежишь? Да ты чё тут на стену? Я бегу на то, чтобы ты его закрыл, а ты стоишь, ну я не знаю, что там, полируешь уже. Не, раньше-то не за два экрана. Рассчитай. Ты же божество, я не знаю, у тебя дивайн, рапира. Да, Мирана балансирует игру, заебал. Юля, у тебя мана есть? А если найду? Конечно, есть, а куда он денется? Ой, как хорошо они встали там. Качественно, сердито, молодежно. Даже ультим был тратить. Вот этот поймаем? Да, поймаем. Ники, да. Под вас, подружку. Бле. Блин, я хотел... Бедолага, под бедолага по всей карте за мной летает. Darkness advances. Oh. Your top tower is under attack. Yes. Блин. Ну правильно, блять. Скачи в самого лучше этого. На, бери. Ой, Убили.
Кто там, блядь, чай пьет? А ром брал. Там джаггер идет. Еще без помощи поставлю, заебешь. Надо реально ставить. В смысле уже поставить, я так-то спас тогда. Меня? Да. У тебя вышка бил. Ага. Ну, во всяком случае, без помощи я поставлю. Ебал рот такой палач. Согласны? Да, да. Это так. Вот именно просто мои мысли слова слова. Сука! Угадайте? Я тоже. Oh. Луна не твой герой. Я вот что понял. Я тоже это поняла уже. Спасибо. Ебешь на всем. Иди сюда, я турну, да. Ну ладно. Я Гернаут! Помощь будет? Да этот метлу дай мне. А вот у этого метла. А давай да. Бла бла бла. Мети метла мети метла мети метла. The harbinger comes. In flight. Dire structures are fortified. I take wind. Okay, that's what I'm doing. Да, давай. Напишешь. Да иди, иди. Это что такое? Вылезло из кустов. Танго. Баш? Спасибо за ТП на низ. Так там нету башни. Не было, было, когда я вам говорил ТПшиться. У меня ТПКД.
разбьем эту воротку. Наверочку. Опа, кто-то был? Да, Джеди. А, нет, не Джеди. Другой. Yes. Что-то инвизно. А, инвокер, скорее всего. А, вот тут. Вот. А, кстати, с этим. Ой, хорошо это. Убить, а тебя молнией? Можешь убить двоих сразу. Себе там убить. Что там? Типа? А, ну заметилось. Ч
чё, вы тут развлекаетесь? Да. А ты чё? Бой это не мой герой. Не, у тебя все вот сбилось, у тебя сбилось за это. Короче, Игорь руина, понятно. Я тебя так-то спас, ну, Юля. В прошлый раз. Ну когда ничего тебя здесь убили. Так. Помнишь? Этот хочет умереть? Да. От Liquid Fire. Эй, блядь, чепух нахуй, тормози! Бля, башня не моё. Ань, ты обычно вот такую песенку поешь, когда всё хуёво, а вроде не всё хуёво. Пусть копники пишут все вместе. Не может даже досейвить. Как, блять? Сори. Хороший город. Пусть так не кипишу. Как я засейли, если вы отрубили помощь? Как дела? Не, ну вот реально это правда бить. Да нет, пофиг, типа, ты же сдох. Ну да, что поэтому я не видел. Доигрался? Я один раз играл за УД, кажется, и там челик отрубил помощь. Ну, не знаю почему, он, видимо, или обиделся, или просто подгорел. Я его специально не отправлял, оставил. Ну, просто, типа. И потом мне в конце игры говорит, типа, что ты меня не засейвил, типа. А я вообще тогда не понимал, почему я, типа, не могу на него нажать. Я вообще не знал, что такая функция есть. А вот, кстати, не знаю, если можно так дополнительно, хотя, наверное, вряд ли. Что сделать? Да он, наверное, сразу отклонил эту помощь. Как-то не понятно, почему. Ну да, типа, фигня, почему? Это вообще очень сильно путает, когда, например, ты не знаешь, что, типа, тебе отрубили от тебя помощь, то ты нажимаешь и отвлекаешься на это, и подыхаешь за это. Для Паши вообще, алло? Игорюк.
Игорёк. Игорёк ещё бутной. Игорёк, аккуратурный. Ещё бутной, болотной. Ну так неинтересно. Я тогда тени не буду пикать. Игрушку Игоря сломали. По-моему, легенькая. Изи 20 минут. Ну, надо и меру знать. Так, есть такая чеченская поговорка. Она звучит так, если перевести. Ты сейчас на чеченском скажешь. Какая-то праздник или какая-то вот тусовка, когда она зашла, когда она наступил самый вот мощный крутой период, надо заканчивать здесь, короче, пока все хуже не стало. Значит, блядь, это... срок подписки на тот плюс истек. Сука. Это все пластицкое, что ли, сам? А? Пластицкое это было? Да нет, можно одну включить. А как же поговорка, Ислам? Нет, ты просто поговорку сказала, я думал, что сейчас ты вся... Нет, Юля, я думал, Юля уходит. Да, я ухожу. А что ты уходишь? Хватит на сегодня. Работать завтра надо. Ты завтра работаешь? И типа. Да, ладно, я тоже тогда пойду, бля. Guild Wars, легендарка. Если, братан, если уходит, здесь Кавказ за Кавказ вместе. Как видишь, два рука, пальцы, жесть бывает, а вместе вот так вот мы же вместе. Короче, не, просто я хотел, думал одну сигарету, это, вообще я колебался. А все правильно, так и... Миссия, в смысле, правильно, одну сыграл, раз, два, уйдешь, оставить, в смысле. В смысле, мы осетили...